Доброго времени суток! Сегодня мы с вами поговорим об инверторном кондиционере новинки 2015 года от компании Panasonic. Компания Panasonic – это всемирно известный японский бренд, который специализируется на производстве бытовой электроники, очень качественный, очень надежный и достаточно инновационный. В данном обзоре мы с вами рассмотрим кондиционер стандарт класса, инверторный кондиционер, серия UE, суффикс RKD. Данный кондиционер представлен в 4 мощностях, от 7 до 18, или от 2 до 5 кВт. Перед нами 7 модель, это младшая модель в линейке. Несколько слов о ее дизайне. Это классический белый цвет, но не классический форм-фактор. Форм-фактор это эксклюзивный у торговой марки Panasonic. Передняя панель внутреннего блока сужена к низу и имеет закругление, что, в общем-то, не имеет аналогов среди конкурентов. Поскольку эта модель стандарт-класса, естественно, она обладает стандартным набором функций. К функциям относятся режим работы на осушение, на обогрев, на охлаждение, ночной режим, функция самоочистки, функция тихий режим, а также функция программируемого таймера по 24 часам в сутки. Приятным является также тот факт, что, несмотря на то, что это инверторный кондиционер, компания Panasonic представила его именно начиная с 7 мощности. Обычно инвертора стартуют от 9 мощности или от 2,5 кВт. В данном случае перед нами 2-киловаттная модель. Интересным является то, что в данной модели довольно-таки высокие показатели энергоэффективности. Энергоэффективность класса А при работе на охлаждение имеет коэффициент 3,9. При работе на обогрев имеет коэффициент 4,06. Это значит, что при работе на охлаждение, потребляя всего 1 кВт электроэнергии, кондиционер дает 3,9 кВт холода или 4,06 кВт тепла. Это достаточно высокие показатели по рынку, и они соответствуют международному классу энергоэффективности А. Кондиционер имеет удобный эргономичный пульт, новый пульт с новым дизайном. Кнопки здесь большие и достаточно удобные в использовании. С пульта можно управлять положением жалюзи, направлять потоки воздуха так, как нужно конечному потребителю. Интересно, что с 7 по 9 модель мы можем регулировать жалюзи только по вертикали, но начиная с 15 модели по 18 модель жалюзи можно регулировать также и по горизонтали, что еще больше позволяет сделать пребывание в помещении, где работает кондиционер, комфортным. Еще одной интересной особенностью данного кондиционера является то, что наружный блок этого кондиционера имеет стойкое антикоррозийное покрытие, что позволяет ему работать очень долгое время при различных условиях эксплуатации. В том числе благодаря этому и благодаря высокому качеству компрессоров Panasonic, компания Panasonic заявляет то, что она дает гарантию на компрессоры 5 лет. В заключение хочется сказать, что перед нами довольно-таки интересный, новый, хороший кондиционер стандарт-класса, инверторный кондиционер от торговой марки Panasonic. Он обладает основным набором потребительских функций, очень высокими показателями энергоэффективности, а также гарантией на компрессор в течение 5 лет. Мы рекомендуем к приобретению данный кондиционер для всех, кто ценит качество и надежность.